Кто такой президент? Это тот, кто защищает Россию от врагов, управляет страной, разговаривает с другими президентами, делает документы, чтобы руководить, чтобы в нашей стране был порядок и хочет, чтобы было все хорошо. Он самый главный в стране. Он ездит в всякие города, его вызывают, обсуждают тоже, потом уезжают обратно в Москву. А к нему приходят много-много людей и задают ему вопросы, и он эти вопросы решает. Он руководит не один, с помощниками. Но мой папа бы тоже мог бы сделаться президентом, потому что его половина города знает. Каким должен быть президент? Серьезным, смелым, никого не обижать. Он должен быть в пиджаке, галстуке и в рубашке. Он выглядит стронго, не нервный. Справедливый, честный, умный, хорошим и добрым. Президент должен уметь разговаривать на разных языках, потому что он переговаривается с другими президентами. Как стать президентом? Надо подрасти, хорошо учиться на одни пятерки или четверки. Делать много полезных дел. Нужно сначала пройти школу, а потом нужно пройти специальный институт для президентов. Какие у президента друзья? Они такие же, как и сам президент. Тоже серьезные, смелые, которые со всеми дружат. Может, у него коллеги, друзья. Может, он с кем-нибудь знаком. Министры всякие. Депутаты. То у президента друзья тоже президенты. Спортивные и умные. Медведев. Как президент проводит выходные? Наверное, ездит к своим внучатам. Веселится, наверняка. Он может работать на компьютере, делать документы. Есть 5-10 минут, чтобы пойти на спорт. Телевизор смотрит дома, гуляет. Тоже занимается делами, пишет документы. И приглашать кого-нибудь, чтобы поразговаривать. У него нет выходных, потому что он всегда работает. Что бы ты хотел сказать президенту? Здравствуйте. Чтобы защищал нашу Россию, чтобы он был смелый, достойный. Я бы ему сказал, чтобы он был справедливый всегда. Что он самый лучший. Что он очень хорошо правит страной. Потому что я его люблю. Я бы смог у него попросить машинку, например. Я лимузин. Ну, я бы новую квартиру. Я бы попросил, чтобы старым людям побольше было пенсия. Или чтобы я сам стал вместо его президентом.